По всему миру 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В России он проходит с широким размахом. Именно в этот день стартует любимая пора школьников – летние каникулы. Для юного поколения устраивают спортивные соревнования, конкурсы, концерты и другие развлекательные мероприятия. Мальчишки и девчонки Десногорска в этот день могли побывать сразу на нескольких площадках. На площади перед реабилитационным центром под аккомпанемент духового оркестра ребята могли посостязаться в силе и ловкости в спортивной эстафете «Веселые старты». Мне понравилось участвовать в них, потому что это были спортивные, веселые состязания. Мы сплотились всем коллективом и участвовали в разных соревнованиях, которые нам задавали. Мне понравилось в эстафетах играть, мне было классно и круто. После веселых соревнований ребята отправились заниматься творчеством. В конкурсе рисунков на асфальте «Здравствуй, солнечное лето» они разбились на команды по 5-6 человек и включили свои фантазию и воображение. Надо было нарисовать, как вы воображаете лето, и мы вообразили лето в том, что в каждом коллективе есть свое лето. Оно согревает ППОСС. Задание было нарисовать лето и каникулы, и счастье. Мы решили нарисовать с летом лагерь, два лагеря. Прекрасно мы здесь провели время. Хочется почаще так. Да, почаще так, незабываемые просто чувства. Все маленькие художники за свою работу получили подарки для развития творческих способностей. Ну а затем всех пригласили в концертный зал, где юные таланты посостязались в умении петь. На конкурсе караоке «Солнечное путешествие» караолька «Атомстар» ребятня оторвалась на славу. А руководители творческих объединений ППО САЭС поддерживали их в этом с большим удовольствием. В это же время на баскетбольной площадке 4-го микрорайона детей развлекали сотрудники Центра культуры и молодежной политики, волонтеры, участники студенческого актива «ОСА и поколения», а также сотрудники Дома детского творчества. Школьники с удовольствием участвовали в играх и конкурсах, прыгали и танцевали. В общем, веселились по полной. Сегодня 1 июня, День защиты детей, первый день лета. Почему нельзя попрыгать с детьми, повеселиться, зарядиться хорошим настроением? Я рад, что наступили летние каникулы. Завершилось мероприятие зажигательным танцевальным флешмобом, к которому присоединились и участники соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч 3 на 3», проходивших в этот день на соседней площадке.